А, я же здесь был уже. Так вот, вот там одна. Надо, получается, ровно то же самое пройти, только в обратную сторону. Весело. Наконец-то. Жалко, что нет какого-то заклинания, которое вот как бы могло бы вот так моментально. Хотя почему есть? Вот так вот. Вот я его в него очередь выпустил, но она его в процессе не повреждала никак, поэтому не очень прикольно. Звук этот. Тупо как пулемет. Особенно когда по железу стреляешь. И следы как от пуль получаются. Вот это уровень. Stupefy. Надо говорить каждый раз, Гарри. А то размахивает палочкой зря. О, как в, как в первой части, там, когда за троллем бежишь, то... Ну, обычно там нельзя сильно часто заклинания пускать, но на уровне с троллем там нужно, получается, постоянно флипендо говорить. И там слово на слово наслаивается, там получается флипендо, флипендо, флип, флипендо, пендо. Такими кусками. Куда? Ок. Actually, I think, может здесь нычка. Я бы вот сюда нычку положил на их месте. Но у них другие идеи, конечно. Ой, пауки. Они, кстати, такие тут легкие. У меня получилось из-за того, что Stupefy прокачанный, ну, естественным образом, потому что иначе не могло быть, как бы. То я их с одного удара всех повреждаю. Даже Рон с одного удара их повреждает. И Хемайни тоже. Где? Ага. Феликс Фелицис. Вот это меня так возмутило, когда я первый раз это увидел. Как можно вообще вот брать что-то настолько как бы... Что ты сказала, Герно? Never mind. Рон, это не заклинание. Сколько раз тебе повторять? В чем твоя проблема, Рон, вообще? Ага. Здесь нельзя выйти, потому что вот тут они вот решили поставить ограду. Поэтому нужно подняться сначала по лестнице. Классно, конечно, с их стороны было точно тот же уровень включить, чисто чтобы продлить игру, но я не против, потому что мне игровой процесс нравится, так что все нормально. И тут мне нравится прятаться. Ай, я, по-моему, у меня рука не про. Просто can one. One one. Я тут параллельно шестую часть же играю, и там как раз Рон со Сьюзен Боунс. Где там они? Что, хватит стрелять? Where's mine? We got him.
Say it again. Говорит. Все, мне надоело тут бегать. Давайте уже. Я знаю, куда идти, потому что я на этом уровне уже был. О, он так похож, как запомнишь, когда в последнем фильме... Фак! Когда они пытались открыть Хорджакс, и он не знал, и с отчаяния всем подряд по нему так лупит, вот так вот, как по врагам. Мне, по-моему, не сюда. Use Wingardium Leviosa, чтобы убрать Obstructions. Или просто обойдите их вот так вот. Вообще-то нет, мне кажется, эти не смогут пройти, так что ладно. Где они вообще-то? О, круто. Wrong. А, понятно, там бочки мешают пройти. Как бы да, естественно, да? Why? What else? И вот это им помешает пройти, скорее всего. О, вроде Рон уже прошел. О, да, все, наконец-то. Use hints to beat the game. О, вот это место, вот тут меня убивали столько раз вообще. Это, наверное, единственное место, где я вообще умер в игре. Хоть сколько-то бы то ни было. Тут нужно в определенном порядке. Вот этот левый самый мощный, по-моему. А, нет. О, вот этот. А, нет, это тоже по-другому все. Хорошо. Щит, прям передо мной. How is that fair? Damn straight, Ron. Щит. Сколько можно? Stupid fucking bullshit. Я имею в виду, что мне не нравится, как они как бы просто количеством врагов хотят сделать уровни интереснее. Ай, что происходит? О, это же дементоры. Рон, на них не действует Stupefy, ты что ли не знаешь? На них нужно Expecto Patronum. Тут они такие слабенькие, тут, короче, можно вот так подходить к ним и вот так бить их Expecto Patronum вспышками такими. Три вспышки, и они исчезают, прикинь. Вот так, полностью, вообще. Нормально. О, Melrop Essence, она, по-моему, восстанавливает что-то. Ну, невозможно знать, потому что, как бы, индикаторов здоровья нету и вообще. Но судя по... Потому что вокруг меня какие-то штуки, может оно делает сильнее заклинание, я не знаю. О, сюда. Сейчас скриптовая сцена, смотри, вот тут. Не, просто такие ворота. А чё туда? О, это уже конец. Хм, выглядит как босс, а вообще-то это начало, вот в прошлый раз, ну, там был один уровень, именно этот уровень, где я отсюда начинал, и вот так точно так же проходил эту же фабрику. О, все. Вот что им мешает сейчас перелезть эти камни и просто догнать их? О, Willows. Хм, мы, похоже, таки перепрыгнем эти камни. Find a way to get past this barrier. How about we just... Не. Ну, я даже не знаю, может... Hey. Worth a try, okay?
I don't even want to. Так что. Все что? Там было что-то написано про confound spell. А ну, кстати. Видишь, это как снайперка. О, кто это? А, он такой огромный, я думал, это какой-то... Щит. Так близко. Так, все, я блокируюсь. Я почти забываю, что он умеет блокировать. Ладно, лучше Stupefy просто использовать. О, вот это, по-моему, мощный. Он даже повреждает. В отличие от остальных. Вот эти в капюшонах, да, они могут убить даже. А, ладно. И так нормально. Сколько можно вообще ходить кругами, заставлять игроков вообще уже? Nope. Are you okay? Oh shit! Когда все черно-белеет, это признак, что у меня здоровья мало, и я мог сейчас еще с одного удара уже умереть. Хватит появляться. Странные существа. Мне лень искать дорогу, так что я буду просто идти по стрелке. Come on! О, надо использовать вот, вот это непонятно что. Перекинул. А ну. О, она действует. Они, получается, как типа ослепнут меня. God damn it. Сколько можно? Я там говорил только что, что я не против того, что врагов так много, но что я, кажется, передумал. Я пытался подобрать зелье, а он с Роном говорит. Why are we going in circle? Это не Confringo? О, это как раз. Interesting. Explosive. Now we're talking. Give me some enemies to dispatch from, because I need to испытать свой новый spell. Вот не могли они появить у тех вот всех врагов вот сейчас, когда все равно нужно бежать по пустому. Ну зато хотя бы на фильм похоже. Более-менее. You don't say. Oh, shit. Неплохо. Are you okay? I'm sorry, Hermione, I have to do this. Oh, this is fun. Okay. It's fun because they are invincible, basically. Она непобедимая, похоже. Кстати, надо это перерыв. Я выключаю пока.